это учитель, это хороший человек, священник, пред Богом. Это человек, который спас меня от смерти, будем говорить. Отец, родной. Батюшка живет по воле Божьей и очень доверяет Богу. Для меня вот дерзновение отца Андрея – это один из таких отличительных признаков, потому что человек идет и Богу доверяет, а Бог ему дает. Это такой пример такой вот простоты какой-то, детской простоты. И когда молится или что-то говорит, отвечает на какие-то вопросы, видно, как по этой простоте Господь ему что-то открывает такое нужное. И вот эта простота, вот это дерзновение, это для меня это прежде всего, конечно, образец. Очень редко такое можно встретить. Силы Бога в нем. Машка всегда была большим вдохновением на пути к Богу. Рождение. Joyeux anniversaire, père Андрей. Отец Андрей, поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был с вами, чтобы вы никогда не болели и оставались самым лучшим батюшкой на свете. Дорогой отец Андрей, я желаю вам и от моих рыбок вам очень хорошего дела. Еще чтобы ваши мечты сбывались, чтобы вы хорошо проводили опыты или всякие там другие молитвы, а еще чтобы вы наслаждались вечно вкусом растворов и вас все уважали. Она любви, чтобы он так ее раздает, и это вместить сложно, но чтобы самое главное, смирение и терпение было еще больше. Чтобы он был здоров. Были эти часы для отдыха у него. Половить рыбку. Здоровья, здоровья, крепкого здоровья еще на долгие годы жизни, чтобы еще он приносил нам радость и кормлял. Крепости духа. Донести тот крест, который Господь ему дал. Идти, чтобы его нести. И прийти к Господу. Всегда доверять Богу, чтобы Господь даровал свое утешение, чтобы рядом были люди, которые оставались верны, шли за Христом вместе с батюшкой, поддерживали всегда. Побольше единомышленников. С Богом и здесь, и там. Желаю спасения жизни. Я желала бы батюшке быть всегда мужественным и никогда ничего не бояться. Чтобы каждый день его жизни был легче и легче. Много вдохновения, много сил, чтобы он хорошо себя чувствовал. Это, наверное, самое большее, что я бы пожелал бы, это терпение. Спасение души. Чтобы ваши дела продолжались в веках. Конечно, мир в душе. Послушных детей, то есть нас, духовных чад. Много лет, мы встретимся в Царстве Небесном.